Ту-ту-ту. Всем привет, с вами Ворм, и это игра под названием Rain World. Я заметил, что вам нравятся всякие индюшечки, и, собственно, вот мы еще одну индюшечку посмотрим. Играть будем за слизняка, который нарисован здесь вот на экране у нас. Игра что-то вроде RPG-бродилки, непонятный, таинственный, странный. Я хз, что она себя представляет. Я так поглядел, где-то видел в этих в трейлерах, где-то видел геймплейчик чуть-чуть совсем, нихера не понял, решил посмотреть, почему, собственно, нет. Итак, синглплеер. Я чуть поиграл в нее, 10 минут, указано у меня в стиме, то что я играл в нее 10 минут. Вот, собственно, есть такой слизнякот. Это... какой-то второй цикл, я не шарю, я не знаю. Есть какой-то вот выживатель, это типа уровня сложности или самого персонажа, не знаю. Охотник еще закрыт, типа нужно как-то это разблокировать. Это был монг, монах, по-моему, назывался. Я не уверен. Давайте посмотрим с самого начала за выжившего. Nimble Omnivore, я не знаю, как это переводится, оба предаторы и молятся. Потерянные в Харше и разные земли, ты должен сделать свой собственный путь с витом и внимательностью для великого твоего осетца. Окей, надо зажать. Есть. Новая игра, погнали. Такусики, что это? Дерево. Или что? Что? Где? Вот, маленькие котики, за которых мы будем играть. Белые, желтые, веселые, разноцветные. Капают капли, или висят, я не понимаю, дождь идет. Ну, Rain World, все такое. Ходят с палочками. Они слизняки, это коты-слизняки. Ходят на четырех лапах, но ползать умеют как слизни. Я не знаю. Летучих мышь ловят, едят их. Судя по всему, охотятся или типа того. Ням-ням, вкусно, летучие мыши. Еда. Ам-ном-ном. Так. Белого подсветили, что такое? Резко дождь пошел или что? Тут что-то вроде катастрофы началось или типа того, я не понимаю. Очень-очень сильный ливень начался, я так понимаю. И падает наш слизнякот, не смог выбраться. Нет, бедный котик. Улетел. Вниз. Трагедия. Зеленый фон, капли, оранжевые. Я очень хороший комментатор, я понимаю сразу все, что происходит на экране. Упали мы в самое дно, в днище. Свет падает на нас, мы смотрим на фиолетовые строения. Окей. Дождливый мир. Мир дождя. Дождь, мир. Как-то так. Окейшки. И что это у нас? Так, мы белый слизняк, который вот упал, собственно. Ага. Так, играем мы на стрелочке. Z-прыжок, X-бросать, Shift подобрать, съесть. Пауза, карта. Так, и вот на пробел что-то у нас открывается. Вот, собственно, карта, если удерживать пробел. Очень-очень большие лабиринты непонятные. Это, судя по всему, то, что я сумел открыть за желтого чувака, за которого я смотрел чуть-чуть игру. Так, вот такая вот моя мелкая херовинка. Я понял управление, да, спасибо. Умеем прыгать. Отсюда, судя по всему... Где мышка-то делась? Вот. Отсюда, судя по всему, мы как раз только что упали. И смотрели куда-то сюда наверх. Какой-то вертолет на фоне. Тут что-то вроде постапокалипсиса произошло, я не знаю. Потом какой-то ядовитый дождь. Вот, мы умеем вот так вот ползать по всем этим. А, ты голод, найди еду. Голод. Ты голоден, найди еду. Вижу какие-то синие штуки. Но я не могу до них достать. Ладно, пошли дальше. Так, вот эта херня коричневая, бежевая, которая вот справа появилась, она нам путь указывает. Это все, что я понял в этой игре. И мы с помощью туннелев ползаем на следующей локации. Червячок этот бежевый нам показывает, что надо лезть наверх. Окей. Он даже показывает нам управление, что лучше нажать. Окей. Др-др-др-др-др-др. Еда. Летучие мыши или мухи, кто это, я не знаю. Он даже лапками тянется. Поймай и съешь, говорит игра. Надо просто коснуться, тогда он ловит. Съесть на этот, на shift. Удерживать надо.
О, я захавал, отлично. У меня прибавился белый кружочек. А чё они исчезают-то? Иди сюда. А почему они исчезают? Стой, сука, я тебя сожру сейчас. Ай, кинул его на shift. Ой, на X случайно. Оп. Поймал двоих даже, смотри. Аж двоих поймал. Shift. Ням-ням. Еще два кружочка. Теперь у нас три кружочка. И что это дает? Он еще появился. Прячемся. Охота! Охота началась! Стой, сука! Есть! Ням-ням. Четыре достаточно для гиберната. Еще. Вот так хавает забавно. Дополнительно еда свыше четырех, чтобы сохранить на потом. То есть, судя по всему, как я понял, здесь нужно пережидать ливни. И чтобы его пережидать, нужно четыре жрачки захавать. И можно ставить на потом еще жрачку. Ой, упал. Но мне не критично, я же слизняк. Так. Показывает идти направо. Вниз. Хорошо. Пойдем направо вниз. Ой, тихо. Вот эти фиолетовые фиговины, можно их захавать? Прыгай и лови их, они вкусные. А, надо еще на shift нажимать, чтобы поймать. И shift, чтобы съесть. Ням-ням. Хорошо. Управление не очень удобное, честно скажу. Ты заполнен. Я могу его еще съесть? Нет, не могу, потому что я сыт. Окей, погнали тогда сюда. Еще у нас есть правая дырка. Куда, собственно, нам и нужно, хорошо. С собой забрал ты яблоко или что это? Не знаю. Leap the gap. Возьми зеляну или что? Так, стопы. Ну, я сел. Ничего. Я не понял. Типа нужно встать на четыре ноги. Выкинь это яблоко нахер. Встал на четыре ноги. И чё? Я не понял. Ну-ка еще раз. Встал. И что происходит? Лег. А, во. Заполняется шкала. Заполнилась. И теперь я отпускаю и прыгаю дальше. А почему до этого не заполняется? Я же удерживал. Дождь приближается. Найди убежище. Нужно удерживать, короче, Z. Но до этого почему-то это не работало. Я не понимаю, почему. Так, идем сюда в белую штуку, которая нам показывает. Так висит, что такой червяк вообще. Ой, ой, все плохо. Все плохо, все трясется, трясется экран, господи. Это место безопасно, оставайся здесь. Тут гибернейт. Не знаю, что это значит. Гибернейт, как переводится гибернейт? Напишите в комменты, если кто-то увидит. Вот он хавает. Раз, два, три, четыре. Четыре он съедает во время сна. Ну, не съедает, а у него переваривается, типа. Ему необходимо четыре штуки, чтобы спокойно пережить эту ночь, или дождь, или что-то типа того. Я не понял. Ладно, неважно. Так, окей, нужна еще еда. Три в запасе у нас осталось. Убежище здесь, конечно, высокотехнологично. Что это за мир вообще такой? Что это за вселенная? Непонятно. Очень странно. Иди изучай. Там еда и убежище могут быть найдены, но опасайся хищников. Хорошо. Так, окей. Shift, чтобы взять камень. X, чтобы бросить. Окей. Так, мне показывает направо. Хорошо. Можно кидаться камнями. Сейчас будем устраивать охоту. Ох, нихера он. Ням-ням-ням-ням. Еще одно поймал. Так, а как их нормально сбить-то? Нахера ты выкинул? А чё ты не попал к ним пока? Я не понимаю. Во, копьё, смотри, взял. Ших, хера себе! Ты видал?
Что это за херня? Так, давай залезь. Залезай, белый слизняк, давай. А он их не ест. Он просто взял два камня и все. На! Еще кого-то сбил. Они исчезают через некоторое время или что? Почему он их сбил и не может упавших захавать? Вот что за фигня? Вот я ее убил, вон она валяется, да? Видно всем, да? А, надо было на shift нажать, вот. Он их так просто не ест. И на копье, смотри, была насажена одна. Хавай. Не хочет, он сытый. И что теперь? Что, обратно идти? А, нет, стоп, там справа есть еще проход, ну-ка. Я смогу до него допрыгнуть? Могу, отлично. Так, где я? Я снизу. Дорогу. Мы изучаем мир пока что. Хорошо. Я где-то вот еще выше поднялся. Музыка. Управление очень удобное. Очень удобное. Оно не очень комфортное, я бы даже сказал. То есть вот вообще очень удобно. Так, я пришел снизу, могу пройти направо. Наверх никак не подняться. А, тут направо наверх подъем. Окей. Вот даже умеешь ползать, ничего себе. И это. Ух ты ж, блядь, что это за хуевина? Что это за хера зеленая? Это хищник, про которого предупреждали, типа? А что ты упал-то совсем? Беги, 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 беги! Он как-то вообще уполз, короче. В ебени. А чё он не схватился-то за эту веревку-то, не понимаю. Во, теперь схватился. А до этого не схватился. Я не понимаю, как это реализовано все. Очень непонятно. Тут закрыто. О, умеешь так ползать, отлично. Так, справа нихера нету, пошли сюда тогда. Сейчас возьми этот камешек. Или гайка, или что. Так, где я? А, здесь сторона энергии. Можешь ее съесть? Может ее съесть. Какой-то получил штуку. Тук-дун. И что это? К чему это? А что там сверху красное? А... Они тоже умеют через эту херню ползать, получается. Ну, допустим. Так, копье забери с собой. Я поставил этих хищников, мне непонятно, что происходит. Фиолетово, видишь, что-то моргает там. Непонятно. Пока я вообще не понимаю, что происходит. Вот опять внизу зеленая херня. Я могу ее убить копьем? Или она убьет меня? Ну-ка, давай. На, сука! Я еще по боку, по-моему. Тут есть еще оружие, конечно. Он ползает забавно. Реально прикольно. Он уполз, да, или что? Не, он там сидит, я вижу. Вижу эту морду грёбаную. Ах ты ж, сука, он сюда пришел. Пошел вон отсюда, я уполз. Чё, мать ваша, происходит? Ой, я на фоне ползаю. Ага. Ага. Очень странно. Очень странная игра. Вообще нихера не понимаю. Возьми копье. Какой-то выживач непонятный, но... И интересный немного, если честно. Типа, я не понимаю просто, что происходит и что надо сделать. В чем цель? Ой, ты что? Залезь на эту палку, встань. Теперь прыгай туда. Отлично. Зеленое значит опасно, правильно? Спокойненько. Не хочу пола касаться. Там страшно. Но придется. Что надо сделать? В чем суть игры? Так, а эти херовины что за нахер? Они опасные? Они дерутся? А чё улетели-то? Я хотел убить вас. Захавать. Нельзя? Ладно. Давай-давай, заползай. Ёбаный!
Это что за хуйня? Агрессируешь? Не попал, блядь. Что это такое? Там моргает. Почему наверх не могу пролезть? Не понимаю. Ничего не понимаю. Короче, если не нажимать вверх при падении, он не хватает. Ладно. Заползешь сюда? Да что ж ты делаешь? Ползи, ползи. Да не достает он. Да. Я нихера не понимаю. Я разбился? Нет, я не разбился. О, прилетел опять от хуёвина. Чё это за сперматозоид на крыльях? Да вот почему ты не ползёшь в эту? Вот в это хочу. А нельзя стрелочкой, потому что нет, я понял. Она бьёт меня или чё? Ай, хвостом задела. Ну-ка иди сюда. На! Ах ты ж, блядь! Чё мне надо сделать, игра? Скажи мне. Они меня боятся или что? И почему я не могу попасть по ним? Пошли вниз к ним. На, сука! У-у-у! Не хочет его есть. Но его можно сразу же... Ах ты ж, сука! Это комары какие-то ебучие, он меня заколол. Я не понимаю. Что это было сейчас? Вот что это значит? Объясните мне, я не понимаю эту игру. Продолжить. Откуда я продолжаю? Я продолжаю из убежища. Полностью сбрасывает весь прогресс, короче. Абсолютно полностью весь прогресс сбрасывается. То есть, вплоть до контрольной точки. Хорошо. Значит, плохо, типа, я потому что не понимаю нихера. Но карта... О, как изучилось-то все. Карта остается изученной. Какие-то синие штуки моргают. Это живность, наверное, живет. Короче, суть в том, объект ты можешь поднять, позаботиться и приготовить. Не хочу их готовить. Короче, суть игры в том, чтобы тупо выживать и изучать. Правильно понимаю? Судя по всему, да. Вот опять зеленая херня там моргает. Слева только что. Вот он, потому что пидор. Цикл первый от Кирс. Нет! Опусти меня! Сука! Опять убил. Откатилось у меня почему-то. Это уровень, типа, прокачка, система... Не знаю, я не понимаю. Это очень странная игра. Очень непонятно. Но я теперь понял, что я хочу бить эту зеленую херню. А хули она такая дерзкая? Чё она меня, блядь, захавала? Я в неё, блядь, копьём кинул и камнем. Ей похуй. Она меня только захавала, и всё. Забери. Управление вот некомфортное вообще. Вообще от слова вообще. Чё ты не схватил? Хватай. Ешь. Хавай. Вох, с троих одним ударом, видал? Все, наемся, сейчас сыт, довольный буду. А что ты не хаваешь? Что ты делаешь? Зачем ты выкинул еду? Вот хавай. Не понимаю пока. Пока не понимаю. Они очень мало живут, я так понимаю, поэтому они умирают через некоторое время. Мне показывает стрелочка, это идти туда. Пошли туда.
А, она мне показывает дорогу к убежищу. То есть, короче, получается, я отъедаюсь на 4. Ну, на 4 кружочка вот этих, которые слева снизу. И иду, собственно, в убежище. Сплю. И все, да? Это так работает? Если нет, то я не знаю, как это работает. Ну, то есть я отъелся спокойно на 4. Пошел, поспал. Сплю. Посплю, проснусь. Все, ну легся. Отлично. Опять хавает 4 штуки. Опять повышает свой ранг. Дых. И все, и продолжаем. То есть просто копим 4, возвращаемся в убежище и идем опять хавать. Потом еще копим 4. Он с пушкой типа. Я вас убью, сука. Пыш-пыш-пыш. На-на. Возьми обратно камень. Собственно, механика понятна. То есть просто выживач такого рода, где нам нужно просто продвигаться дальше, потому что еда, судя по всему, будет заканчиваться со временем. И нужно искать новые места для того, чтобы что-то еще захавать. Плюс этот сверчок бежевый будет нам показывать дорогу, куда можно пройти. Постепенно. Или что-то типа того. То есть вот здесь уже мух пока нету. То есть они, по-моему, тут были. А он мне показывает туда, типа, иди прыгай. Как сюда прыгнул? Допустим. 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 Тут я еще не был, да? О, сад. Сад, сад, сад. Цикл второй. Ауткирс. Ауткирц. Со временем... Бляха, не ту кнопку нажимаю. Со временем, возможно, он сможет, типа, там выше прыгать. Или что-то типа... Да, да что ты делаешь? Очень... Да что ж ты будешь делать? Очень неудобное управление, сука. Прям вот вообще. Ням-ням-ням. Так, вот, собственно, опять к этой херне пришел. Ой, а что там их так много? А как они все так вместе были, я ни одну не пойму. О, на меня ползет. Их две теперь. Мразиши. Убежишь справа, говорит еще. О, они дерутся друг с другом. Они такие враждебные, типа, они еще и друг с другом будут драться. Или что? О, черт, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Они реально друг друга херачат. И музяка началась такая. Ты-дух, ты-дух, колбасит, колбасит. А как я вон туда пройду направо, если там это ебучая херовина? Меня опять съели. А почему они друг друга не убивают-то никак? Они никак не могут себя убить. Может, они играют друг с другом? Может, они просто не... Смотри, блядь, они теперь за меня дерутся. Куда ты меня потащил? Хера себе, у меня камера даже за ним двигается. Прикольно, ладно. Ни хера не понятно, но ладно. Опять откатилась на предыдущий этап. Чё за херня? Непонятно. Но при этом камень опять здесь валяется, в этой комнате. Давайте попробуем просто куда-нибудь дойти подальше. Типа захаваем сейчас одну муху эту долбанную и пойдем подальше. То есть нас убили комары, нас убили крокодил или кто это, что это, не понимаю. И какой-то светлячок или что это за бежевая херня нас ведет туда, куда мы можем идти. Не понимаю зачем, не понимаю для чего, но зачем-то куда-то мы идем, допустим. Может быть, он показывает нам последнее место, где мы были. Может быть, он нам показывает что-то другое. Может быть, еще что-то. Нормально. Я уже придрочился, в принципе, к передвижению. Довольно удобно, типа. Ну, стало внезапно удобно, потому что я к нему привык.
Но проблема в том, что я вижу крокодила. И светлячок показывает на то, что опасность рядом. И опять предлагает нам идти в убежище. Я хочу в убежище. Я хочу пройти куда-нибудь подальше. То есть они тут постоянно перемещаются все. Вне моих жизненных способностей. Ты заебешь меня. Где я вообще? Ебучие крокодилы, блядь. Чё вам надо от меня? Давай, пошёл! Ты же не умеешь ползать по этой херне, да? Идите деритесь друг с другом. В смысле? Ты как тут взялся-то, блядь? Что за нахуй происходит? Что-то мне даже крипово стало от такого дела. Прям некомфортно. Куда ты? Что ты их дохуй... Блять, как вас много-то тут! Я смогу потом убивать, нет? Вот что я теперь могу сделать здесь? Куда я могу пойти? Нет! Нет! Беги! Господи, страшно. Он не допрыгает до туда. Мне кажется, с уровнем он реально будет... Или что это такое? Не уровень, а что? Будет выше прыгать и все такое. А эта хуйня сейчас здесь упадет. Смотри, она ползает прям по стенам. Охеревшая мразь. Она вообще пытается меня любимыми способами достать. Она прям хочет на меня упасть, сука. Ладно, здесь мы ничего не сделаем, я так понимаю. Пока я прыгать, по крайней мере, не умею. Ах ты ж, блядь, крокодил прется. Ах ты ж, сука, чуть не захавал меня. Иди нахуй. Смотри, смотри, эта хуйня сверху на меня уже ползет. Спокойно. Вот педики, чё... Ах ты ж, сука. Я думал, вы все уже здесь. Беги, блядь, беги! Какая стрёмная херотень-то, господи, что происходит? Быстрее бегом пошел. На двух ногах побежал, блядь, на двух ногах. Беги. Давай сюда. Я тоже научусь ползать. Я буду ползать, как вы, суки. Спокойно. Давай вот сюда. Так, он показывает нам дорогу к убежищу. Ну пошли к убежищу. Ну а что я еще сделаю? Нихера не сделаю. Короче, игрушка про долбанный выживач, реально. То есть, если дальше проходить, возможно, там будут новые мобы, там же комары у нас появились, кроме крокодилов. Возможно, будут еще какие-нибудь хуесосы, которые будут мешать. Потом будут появляться убежища, которые будет интересно, наверное, находить, выслеживать и все такое. Возможно, я бы эту игру даже постримил бы. Может быть, даже сегодня, кстати говоря, почему нет. Вот. Но, собственно, показ на этом, думаю, можно закончить. Вот там летсплейчиковая игра, в Стиме стоит тоже недорого, опять же. Пожалуйста, играйте на свое здоровье, смотрите, покупайте и вот качайте слизняка там, этого самого, до его оптимального варианта, или я хз, как он там качается. Не знаю, что там будет дальше, не уверен, не пойму и не увижу, скорее всего, в ближайшее время. Только если стрим захотите. Заходите в стрим, пишите в комменты, стрим будет в ближайшее время. Все, у нас теперь так механика работает. Я обозреваю летсплейчик, вы хотите по ней стрим, я делаю стрим. Не хотите, идем смотреть новый летсплейчик. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты, жмите на колокольчик под видео и подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы не пропускать всякие новости о канале, расписание, о стримах. Важно самое это стримы, потому что я теперь буду стримить часто. Вот. На этом с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока.